Фестиваль «Тавридарт» уже в четвертый раз стал площадкой для самовыражения и поиска единомышленников для 4000 молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий, в том числе и Казанского федерального университета. Творческая команда Института дизайна и пространственных искусств приехала на фестиваль «Тавридарт» в составе делегации Татарстана и представила Казанский университет в интерактивных объектах в рамках республиканского павильона. Мы, команда Института дизайна и пространственных искусств, придумали различные интерактивные панели, стенды, где участники фестиваля могли через игровые формы прикоснуться к главным событиям творческим нашего университета. Сотрудники Казанского университета представили на фестивале три локации, которые совмещают в себе и творческую, и познавательную составляющую. Помимо интерактивного пространства и зоны лектория, команда EDP разработала инсталляцию «Обсерватория космос-познаний», находящуюся внутри мельницы. Она демонстрирует аллегорию стремления к знаниям и отсылает посетителей к астрономической обсерватории имени Энгельгарта Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Универньюз.